Погода продолжает испытывать на стойкость жителей региона. Град размером с перепелиное яйцо выпал сегодня утром в Бийске. Самый мощный удар принял на себя район Зеленого Клина. Урожай в огородах частного сектора погиб полностью. Стихия, по словам очевидцев, обрушилась на город мощной стеной. В отдельных местах град образовал целые ледяные сугробы. Из-за непогоды в Наукограде на несколько часов отключали свет. Сейчас электроснабжение восстановлено.